Если не изменится ситуация с долларом и цены не упадут, она уже изменилась, но если на цены это не повлияет, просто женщины вот правильно выразились, они всегда ухаживали за собой, и уже, я думаю, в мире признано, что женщины русские больше всего ухаживают за своей внешностью. Возможно, из-за ситуации с ценами мы будем делать это реже, как побаловать себя, но мы будем это делать.